Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Траян Марк Ульпий. Траян Марк Ульпий, римский император, 98-117 годы. Испанец по происхождению, профессиональный легионер, Траян был выбран наследником Нерва. Остался укреплять границы на Рейне до смерти императора, после чего прибыл в Рим. Он стал первым римским императором из провинции и пользовался большой популярностью в армии и в народе. Заботился о системе оказания помощи бедным сиротам. Вел строительство форума с двумя базиликами, купалин, портов, прокладывал улицы. В своей политике он опирался на преданных сенаторов, таких как талантливый Плиний-младший. Нанес поражение Децибалу, царю Дакии, создал новую провинцию современной Румынии. Кроме этого, присоединил к Риму Армению и Месопотамию. Дошел до Персидского залива. Траян умер во время кампании в Парфии. События его правления запечатлены на рельефах триумфальной арки Траяна. Во время правления Траяна Римская империя максимально расширила свои пределы и достигла наивысшего расцвета. Судя по всему, Траян действительно был наилучшим императором. Именно этот титул дал ему Сенат в 114 году. Из Википедии: безнадежно больного Траяна доставили к побережью Киликии, сегодня юго-восточная Турция, откуда он должен был быть переправлен в Рим. В это же время Сенат готовился встречать императора с почестями, готовил ему триумфальную встречу. В 117 году великий император умирает, не доезжая до Рима. Он погиб в дороге. Ну, так вкратце вот Траяне Марке Ульпии, римскому императору. Пока-пока, до свидания.